Здравствуйте, меня зовут Майкл Наки, вы смотрите канал ⁇ Популярная политика ⁇ это передача ⁇ Честное слово ⁇ где мы зовем самых разных, но интересных гостей, чтобы они отвечали на мои и ваши вопросы. Их вы можете присылать в чате Ютуба, либо с помощью суперсообщений, кнопка с долларом под чатом, либо просто писав в чат, и мы будем задавать эти вопросы нашим спикерам. Сегодня у нас Юлия Латынина в гостях. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте. А что это был за такой страшный шум? А Без это где-то сверлит. Я за него прошу прощения. Это где-то сверлит, к сожалению, я над этим не властен. А. А, как и над многими другими вещами. Но вроде перестали. Надеюсь, они не начнут. А, впрочем, громкие звуки здесь не единственные громкие звуки, которые интересовали широкую общественность сегодня. Много довольно приходят новостей, в том числе из Херсона, где Украина, как заявляется, прорвала первую линию обороны. Расскажите, пожалуйста, что на данный этап на данном этапе вам понятно про это? Есть ли вообще какое-то понимание? И вообще, что нам стоит ждать в этом направлении? Ну, вот я только что говорила об этом с моим добрым другом Романом Светаном. Он не говорит, что происходит что-то невероятное, что не происходило последние э, несколько недель, э, потому что, собственно, все время было вот это вот ползучее наступление Украины в э, Херсоне которая выглядела так сначала, собственно, почему получилось, что российские войска были перекинуты под Херсон. Именно потому, что там было вот это ползучее наступление, которое выглядело так, что оно велось совершенно по-другому, нежели наступают российские войска. Там наступали очень небольшие группы украинских войск всегда. И, как правило... Оказывалось, что вот такие вот буквально 3-4-5 человек, ну 20 проходят, проходят российскую линию обороны, которая просто очень рыхлая. И когда российские войска обнаруживают, что справа и слева от них украинские войска, то они не особо начинают считать численность по головам. То есть даже если, условно говоря, с справа 20 украинцев, слева 20 украинцев, а посередине тысячи русских, то э, начинается отступление, вот, собственно, как это было, например, в Высокополье знаменитом. А, вот, э, это я к чему? То есть э, ровно такая тактика просачивания еще в свое время привела к тому, так, что это? Привет, привела так... к тому, да, да. да. Ровно такая тактика просачивания привела к тому, что, собственно, украинские войска сумели получить те сплацдармы, из которых они потом начали обстреливать Антоновский мост и, соответственно, Новокаховский мост. И, и это ползучее наступление продолжалось. И, собственно, насколько я понимаю, оно сейчас действительно перешло в некоторую новую стадию, которая заключается в том, что вот после, как полагается, той самой огневой подготовки. Но Роман не считает, еще раз повторяю, я же тут совсем должен, могу пересказывать только чужие слова, Роман не считает, что происходит что-то необыкновенное, что не происходило до сели. Он считает, что как раз очень интересно, что под Мелитополем уничтожаются те российские, вот, вот тот самый знаменитый резерв, который формировался все это время, который, наконец, был брошен, те 15 тысяч, ну, скорее, 10 тысяч человек, о которых вы обсуждали все время с Русланом Левеем, когда же их повезут на фронт. Ну, вот их повезли на фронт, и их, не, довозя, не доходя до фронта, стали доставать, видимо, хаймерсами, насколько это возможно. Соответственно, вот такое происходит. Если я, то есть, вернее, если мои корреспонденты правы. Угу. Ну, а в целом, скажите, пожалуйста, уже очень много ожиданий последние, я бы даже сказал, недели и месяцы того, что может ли где-то украинская армия перейти в полномасштабное контрнаступление. Более того, на прошлой буквально неделе Резников, который представляет Министерство обороны Украины, говорил о том, что вот мы уже научились защищать свои позиции, и через них не могут проходить россияны, и россияне, и совсем скоро мы перейдем уже соответственно к каким-то ответным действиям. По вашим ощущениям и тому, как вы наблюдаете в этом в смысле, можем ли мы чего-то ожидать в ближайшее время? Майкла, Майкл, слушайте, вы меня ставите немножко в тупик, потому что я совершенно точно не являюсь военным экспертом. Я также, как и вы, являюсь журналистом, который очень внимательно следит за этой войной, который видит с помощью своих друзей, знакомых людей на фронте, смотрит внимательно за тем, что происходит. Вот я даже, извините, не удержусь от саморекламы и скажу, что у нас сегодня вечером будет потрясающе, на мой взгляд, интервью Павла Филатьева. Это тот э, самый российский десантник, который воевал под Херсоном, написал книгу «Зов», вот он буквально вчера прилетел во Францию, едва прилетел во Францию, его спасал Владимир Осечкин. В предыдущей стране пребывания его пытались захватить, как я понимаю, отдать обратно России со словами, что он там террорист и так далее. Так вот, едва прилетев во Францию, Филатьев порвал свой паспорт, свой военный билет, еще что-то, спустил в унитаз и сказал, ну, как девушка, я не могу повторить, что именно сказал Филатьев, адресуясь непосредственно к верховному главнодующему Путину. Ну, короче говоря, он послал его туда, куда российский военный корабль, причем говорил без экивоков. Так он и сказал. Путин на... В общем, как Евгений Ройзман говорил, Филатьев. Mm -hmm. Да, так вот... Мы просто записали с ним потрясающее интервью, в котором он много говорит вещей, о которых нет его в книге, о состоянии российской армии. Очень полезно, а рекомендую, я даже не знаю, когда мы его вывесим, но я надеюсь, что оно сегодня вечером у нас будет грузиться и загрузиться. Угу. А, так вот, и, соответственно, я тот человек, который, как и любой ну, профессиональный журналист, когда он послушал много-много разных умных людей, он может, если он профессиональный журналист, он может объяснить, почему так случилось. Чтобы предсказывать, что будет происходить, надо быть именно военным экспертом, которым ни вы, ни я не являемся. Из того, что я опять же слышала, я не совсем понимаю, как украинские войска сейчас будут наступать по трем причинам. Опять же, это то, что говорят военные эксперты. Первое, у них нет огневого преимущества, это я цитирую генерала Сергея Кривоноса. То есть то огневое преимущество, которое было у России 1 к 20, снизилось до состояния 1 к 5 благодаря Хаймерсам, но и благодаря тому, что контрбатарейная борьба вынесла просто российские стволы. И это почти паритет с учетом того, что российская артиллерия намного менее точная. Но все-таки это не то состояние, которое позволяет наступать. А второе у украинских войск, это, пожалуй, вторая главная вещь, нет бронетехники. Но, в общем, в современной войне, опять же, я тут буду цитировать моего доброго друга Романа Светана, в 21 веке наступать пешком как-то тяжело. Вот можно наступать пешком в Донецк, где действительно украинские войска находятся, ну, считайте, в 700 метрах от окраин Донецка. Я имею в виду Маринку. А наступать, скажем, на Мелитополь без бронетехники, ну, дело не очень хорошее, тем более, что для наступления нужны резервы. Резервы нужно перекидывать куда-то довольно быстро, а перекидывать куда-то чего-то довольно быстро можно только, если у тебя есть бронетехника. Я просто напомню, что все-таки Россия, ну, перед началом войны имела 12 тысяч танков. Другое дело вопрос, какое их состояние и сколько их сейчас осталось. Ну и сколько, Но сколько вот их было те... физически, а не на бумаге, да. Да, это тоже интересный вопрос. Мы знаем на него предположительный ответ, но тем не менее Украине их было еще меньше. Все они, ну, считайте, погибли. Я сейчас просто говорю даже о танках, а не ВТР для простоты. Соответственно, если я правильно понимаю, то то количество танков, которое поставлено сейчас в Украине от американцев, это ноль. А от европейцев это где-то около 300 штук, в основном это Т-72 различных модификаций, иногда и не совсем с модификацией. А, то есть как-то вот, вот в этих условиях... И третий важный фактор, а собственно зачем наступать, если гораздо выгоднее перемалывать противника в обороне, потому что вот у российских войск есть такая особенность, которой грех не воспользоваться она заключается в том, что Путин все время бросает эти войска вот, вот, как на рогатину. Это касается не только российских войск, это касается и в том числе, прежде всего, ДНРовцев. Вот посмотрите, что происходит под Маринкой и Песками. Там, ну, потому что это, видимо, видимо местным донецким сказали, что то есть невидимо, а насколько я знаю, насколько я слышала. Вот смотрите, у вас в нескольких километрах от города, ну вот я еще раз скажу, Маринка, это как считать, да, можно считать 8 километров, можно считать 700 метров, смотря что считать началом Донецка. вот, вот у вас в 8 километрах от города, будем брать консервативную оценку, начинаются украинские позиции. А вот пока Донецк Территория не взята, вы не можете вступить в Россию, не можете провести референдум, пожалуйста, вынести, что там есть. Значит, поставили артиллерию. Естественно, ну, мы представляем себе, где должна стоять артиллерия, чтобы она выносила позиции, которые находятся в нескольких километрах от города. Естественно, она стоит внутри самого Донецка. Вот помните, были. Вы, кстати, обсуждали это с Русланом мины-лепестки, которые валялись за Донецком. Mm -hmm. Да, было дело. И Руслан вам говорил, что они лежат на подходах к Маринке и Пескам, помните? Uh -huh. А вот потом мне сказали, опять же, сказал Роман Светан, я думаю, что это как раз правильная история. Она заключается в том, что это были, я забыла, Смерчи или Ураганы, которые российские, которые разбрасывали эти лепестки. И, конечно, они целились как раз по позициям в Песках. Но поскольку я могу сейчас перепутать, какая из РСЗО это была, но поскольку это была старая советская РСЗО, которая, естественно, у одной раскрывается вовремя, а другой раскрывается немножко раньше, и, соответственно, довольно большое число этого добра вы, высыпалось перед позициями. То есть, строго говоря, в Донецке, еще раз повторяю, там же речь может идти, ну вот буквально иногда на километры, иногда вообще чуть ли не на сотни метров. А, ну, на сотни метров, конечно, матч, но вот, вот буквально на километры. И еще один какой-то снаряд, если я помню, там выспался в центре города, совсем нехорошо не долетел. А, так вот, а, но это редкий случай, а частый случай был то, что поставили эту артиллерию в в донецких многоэтажках, и она перемалывала маленькой и Пески, и перемолола абсолютно там просто все, смешала эти бетонные укрепления с землей. Соответственно, украинцы оттуда отступили. Но на этом нормальные люди бы и удовольствовались. Все, нету там никого, ничейная земля. Но после этого туда погнали денеров, причем погнали Зубров, погнали тех, кто сражается 8 лет и действительно хорошо умеет сражаться. То есть их стали использовать в качестве пушечного мяса не необычное вот это вот ополчение, которое хватает на улице. И естественно украинцы, а сначала их вынесли на тех же позициях, потому что ну, потому что там даже негде спрятаться, там уже все перемешано с я не знаю с чем. А сейчас украинцы вынесли эту артиллерию, как я понимаю, ну поскольку это были не очень точные снаряды, то многоэтажкам тоже досталось. Вот, и э, это я к чему, да, вот когда российская армия, э, когда, вид видимо, это происходит личным приказом Путина так или иначе, э, ведет себя э, так, что, ну, просто, просто помогает Украине. Э, вот когда медведь сам бросается на Рогатину, ну, зачем же в этот момент выдергивать Рогатину и бросаться самому на медведя? Mm -hmm. Мне так кажется, что Рогатина гораздо... Стратегически более выгодная вещь. Ну, смотря о каком эффекте мы говорим, потому что, конечно же, если мы говорим о Херсоне, да, то там, деоккупация Херсона это будет, в том числе, и психологический и очень серьезный шаг, который. А, скорее всего, сильно подорвет вообще возможности России не в военном смысле, а в смысле и оправдания этой войны, и в смысле уверенности там, и элиты генералов, и самих военных в том, что они делают. Поэтому тут с разными весами разные ценности, если мы на разные точки смотрим. Но с военной точки зрения, Michael. да ценность я, под вопросом. Я должна добавить еще одну очень важную вещь, потому что я все время, я еще раз повторяю, это туман войны, и я совершенно не уверена, что происходит именно это. Угу. Но это та вещь, о которой еще несколько недель назад у меня в программе говорил Олег Жданов, и которую я все время ожидала. Потому что он сказал, что очень часто под Херсоном происходит так, что украинские войска ну, просто буквально да, отправляются в разведку, чтобы посмотреть, можно ли занять эти позиции. Прощупывают. Но, прощупывают. Но это прощупывание окончается тем, что они занимают эти позиции, и войска вокруг них российские отступают, потому что мораль, скажем так, слаба. И потому что хотя очень небольшое количество людей публично говорит в российской армии о том, что происходит, но вот Павел Филатьев считает, что 90% людей в российской армии думает, но, естественно, не говорит так, как он. И не только вот не только я, но и то есть вот тот же самый Алексей Ристович, опять же, в нашей же программе предрекал, что когда начнется украинское наступление, то российская армия побежит я, конечно, понимаю, что об этом стоит говорить с осторожностью, потому что, как сказал Шензи, ни один боевой план не должен строиться из-за расчета того, что ваш противник слаб и будет делать какие-то вещи, которые, которые вам помогут. На этом строился Мы буквально будем... весь план Путина по вторжению в Украину, да. Да, и Залужный в отличие от Путина совершенно не собирается воевать согласно вот таким прекраснодушным представлениям о действительности. Но я, скажем так, не очень удивлюсь, если российские войска, вот если украинцы не особенно собирались наступать, а решили просто пощупать, а российские войска начали просто стремительно сыпаться, как они сыпались в, на германском фронте в семнадцатом году. Мы с вами сейчас перенесемся довольно далеко от линии фронта, а именно в Москву. Правда, с недавних пор там тоже периодически бывает не все гладко с этой точки зрения, но хочу про другое поговорить. Андрей Заякин, довольно известный журналист, человек, который сооснователь Диссернета. В общем, на него завели дело по финансированию экстремистской деятельности за перевод в тысячу рублей собственно, ФБК. А ему назначено ограничение определенных действий, насколько я понимаю. Более того, с Гозманом тоже сегодня приходят разные сообщения о том, что его тоже продолжают, что называется, мурыжить. Что это за активизация? Это какая-то вот просто плановые идут репрессии, и мы их подгоняем под какие-то хронологические события? Или действительно там, в момент каких-то обострений российское государство пытается еще жестче преследовать всех тех, кто, ну, во-первых, не сделал никаких преступлений, а во-вторых, кто высказывался нелояльным режиму. Я бы сказала так, что по мере приближения к поражению плотность репрессии, очевидно, будет возрастать. Я это просто уже неоднократно повторяла, что вот это даже не моя мысль. Я, к сожалению, не могу сослаться на человека, который мне ее сказал, потому что он сказал, вот, дарю, но не ссылайтесь. Но могу сказать, что это российский человек, который очень-очень хорошо известен и очень скажем так, хороший мыслитель. Я просто не хочу себе приписывать то, что я придумала, потому что когда мы с ним обсуждали вопрос всеобщей мобилизации, я сказала, ну вот Путин не может объявить всеобщую мобилизацию, потому что иначе недовольство достигнет критической нормы, Он сказал, что очень просто, тогда он включит механизм репрессий, и тогда чем более тяжелые будут репрессии, тем больше будет одобрение той же самой всеобщей мобилизации. А насколько ситуация уже подошла к этому моменту и насколько убийство Дугиной встроено в вот эту вот историю, мне кажется, тоже еще немножко рано судить. Видите, я сегодня как Руслан говорю. Немножко рано, немножко рано. Мы еще посмотрим. Мы вечно в условиях ограниченной информации, тем более с таким информационным фоном, где действительно события то замирают на какое-то время, то с невероятной скоростью начинают развиваться. А, Майкл, это называется у Клаузевица. Это называется туман войны. Это вот то самое, когда вот Клаузевиц это писал о полководцах, что полководец вынужден принимать решения, причем он не может отложить эти решения в условиях недостаточной информации. А, и это называется туман войны. Соответственно, вот журналист, мы с вами, хотя и не полководцы, мы тоже вынуждены принимать решение о том, как описывать те или иные события в условиях недостаточной информации. Если мы ложаемся один, другой, третий раз. Да, я уже, я честно говоря, четко помню даже год, с которого туман войны стал каким-то бесконечным, причем даже без самой войны. 2019 год, выборы в Мосгордуму, это было первое лето. Вообще лето считается застойным периодом у журналистов. Ну, то есть летом обычно катастроф всякие происходят, там какой-нибудь корабль затонет, самолет упадет, события трагические, но которые не требуют там какой-то большой рефлексии, по крайней мере там политического масштаба и все прочее. Вот с лета 2019 года с выборов в Мосгордуму события стали происходить безостановочно. И очень, опять же, непредсказуемо с одной стороны, с другой стороны достаточно оперативно. Поэтому что туман войны уже, честно говоря, сильно дольше, чем хотелось. Потом пандемия пошла, потом война. В общем, все одно к одному. Но в этом смысле хочется понять, в рамках происходящих событий, которые как будто бы... Знаете, помните, когда часто начали говорить, вот черные лебеди, да, прилетают, и вот, значит, Владимиру Путину с ними что-то надо делать, как надо разбираться, и вот черный лебедь за черным лебедем, и уже из ста этих черных лебедей стали э -э, все возможные, э -э, возможные какие-то математические э -э, показатели превышать. Э -э, и при этом у Владимира Путина все еще удается сохранять власть, все еще удается, значит, вредить всему миру буквально и отдельно взятым людям в частности. Есть ли какое-то понимание вот на данном этапе, почему в 2022 году такой очень старорежимный диктаторского типа лидер оказался все еще способен так долго и так сильно собственно проявлять что называется свою волю э, и оказался настолько ну жизнеспособным что ли, даже казалось же ну все там времена диктаторов ушли и как-то по идее не, мало кто ждал их возвращения, по крайней мере в таком масштабе. Ну слушайте, как раз я думаю, что Путин смотрел э, наоборот на режимы типа Кубы или Северной Кореи э, и говорил вот вот смотрите там где допускают слабину, там режимы рухнули. А там, где тоталитаризм закручивается, типа в той же самой Северной Корее, все прекрасно и наоборот ничего не рушится. И я могу просто напомнить такую простую вещь, которая называется Ирак, что после первой войны в 1991 году Саддам Хусейн потерпел сокрушительное унизительное поражение, но поскольку никто не вторгался в его страну, ему прекрасно удалось сохранить свою власть и надежды американцев на то, что после этого народ сам снесет Саддама, они не оправдались. В то время как в другой стране, которая немножко была похожа ситуация, я имею в виду демократическую Грузию, то есть там, где действительно были выборы, там народ не простил Саакашвили поражение в 2008 году, даже несмотря на то, что это поражение ну, совершенно точно было вне а, за, пределами возможности Саакашвили, вот как мне сказал тогдашний министр обороны, ваша армия нас не то что бомбами, мисками могла закидать. И несмотря на то, что в результате их выборов, как мы видим, к власти пришли люди, которые, ну, скажем так, имеют очень странные и темные связи с Россией. Вот, вот тем не менее, да, вот если у вас есть демократическое правительство, то тогда э, не прощает избиратель э, поражение в войне. А если у вас есть тоталитарное правительство, то тогда избиратель молчит в тряпочку абсолютно, что бы ни происходило. Но, знаете, поражение в опиумной войне, я не могу от этого не удержаться, потому что я сейчас писала длинную большую статью, которую я о неэффективных армиях. Дело в том, что в истории человечества очень много было случаев, когда армии были неэффективны. Что, казалось бы, контринтуитивно. Армия, ну, она сражается на поле боя. Если она неэффективна, то государство выбывает из истории. Так вот, несмотря на это, по определенным причинам, которых я разбираю в статье, достаточно много было случаев, когда Армия прекрасно понимала, что она неэффективна, но при этом не перестраивалась, потому что у нее были какие-то, скажем так, другие более важные задачи, нежели выигрывать войну. И так вот, я думала или не думала писать или не писать об опиумной войне, но в конце концов не выдержала и решила написать просто отдельную статью об опиумной войне, потому что действия китайской армии уж очень походят на, в 1840 году, уж очень походят на действия российской армии в 2022 году в том числе вот эта фантастическая цепочка вранья, когда люди терпят поражение, но доносят о победах. Вот просто тупо. Выдумывают победу, если, если у них отобрали город, и они просто просто все потеряли, то они говорят, а мы вот тут вот зато в 20 милях просто утопили английский флот, утопили 40 кораблей, убили 80 тысяч человек и так далее, и так далее. И э, император все это читает и пишет а превосходно, просто превосходно своими алыми чернилами. А, так вот, соответственно, император же не потерял власти после этого ну, чудовищного позволя. И, собственно, получается, что ну, для политиков в современном мире выгодно быть диктаторами, чтобы не лишиться власти. Я боюсь, что это один из трендов, которых почуял Путин, потому что, собственно, в 19 веке ведь как было? Была военная конкуренция, ну и в 18 веке. То есть, видите, что я повторяю эту, эту максимум, это одна из моих любимых наблюдений, что военная конкуренция между державами, в, ну, собственно, начиная с, не то что с 18, начиная с 16 века, обеспечивала в Европе выживание наиболее экономически мощных режимов. Это называлось, в принципе, просвещенный абсолютизм. Почему он, собственно, и был просвещен? Если это был не просвещенный, ты быстро улетал на свалку истории. Соответственно, с тех пор, как в мире воцарилась мир, дружба, жвачка и борьба с глобальным потеплением, оказалось, что никто диктаторов не останавливает. И в этом смысле Путин, конечно, не очень предусмотрительно сказал, что он вот решил сломать этот однополярный мир, в котором господствуют Соединенные Штаты и в котором, читай, господствует порядок и миролюбие. Потому что если он действительно сломает этот мир, а я, кстати, на это надеюсь, потому что мир немножечко забыл о военной конкуренции. Другое дело, что не в таких острых формах, но хорошо бы ее восстановить. Если он действительно сломает существующий мировой порядок, то первыми бенефициарами окажется, конечно, не Путин, а те страны, которые действительно являются просвещенными, странами просвещенного абсолютизма, более или менее просвещенными. Я имею в виду Китай и Турцию, то есть те страны, в которых соединяет строгий авторитаризм с более-менее приличной экономикой. Потому что ну, турецкая экономика даже там при инфляции и многих других штучках очень сильная, быстро растущая экономика, ну, по крайней мере, по сравнению с российской. А уже потом, я думаю, и западные страны тоже вспомнят, что есть еще порох в пороховницах, и вообще-то техническое превосходство всегда было фирменным козырем Запада с того момента, как Запад стал Западом. Ну тут турецкую экономику как-то наоборот в последнее время воспринимают как очень слабую и говорят, что вообще внешнеполитические действия Эрдогана они во многом и связаны с его страхами очередными по поводу дикой инфляции и того, что лира очень ненадежная и все остальное. Ну то есть как будто бы здесь наоборот из-за слабости экономики он вынужден значит делать какие-то вещи, которые должны затмить это. Слушайте, первое, я совершенно не специалист по Турции, поэтому я буду говорить очень общие вещи. И я все-таки хочу обратить внимание, что несмотря на чудовищную инфляцию, на 70% инфляции, то все 5-10%. И на то, что в Турции даже после подавления военного переворота сохранились некоторые начатки демократии, и у Эрдогана есть большие шансы пролететь на выборах, я все-таки обращу внимание ваше, что экономика... Турции в своей основе абсолютно несравнима с экономикой российской, потому что вся российская экономика сейчас является вассальной по отношению к Путину и огромное количество экономических агентов в России. Это либо госкомпании, либо кто-то, кто поставляет для госкомпаний, либо люди, которых крышуют силовики и так далее. И это, ну, кардинально, ну, просто, просто посмотрите, как, скажем, развиваются турецкие курорты и та же самая Анталья, когда это развивают люди, которые, ну, никак не связаны личными узами с Эрдоганом. И посмотрите, как, скажем, развиваются курорты в Крыму, то есть не развиваются в Крыму или в, в Краснодаре. Ну, вопрос: или... кто на что тратит? Ну, кто-то себе дворцы строит, а кто-то не особо. А тут не надо тратить, тут надо только разрешать. Не то чтобы турецкое правительство очень много на это тратит, хотя оно вкладывается в какие-то объекты инфраструктуры. Или, скажем, мы можем привести. Пример Байрактара. Это, конечно, понятно, там, по-моему, взять Эрдогана владеет Байрактаром. То есть, мы скажете, что это не очень удачный пример. Но я обращу ваше внимание, что там никакой зять Путина, никакой Чемизов, никакой чего не могут построить свой российский Байрактар. И даже когда они пытались что-то такое наладить, там же несколько беспилотников в результате было разворовано, и был еще пример израильского беспилотника «Форпост», который некоторое время производила Россия по израильской лицензии, израильские бизнесмены построили завод, а потом они просто сказали, мы не можем работать с такой коррупцией, свернулись, забрали лицензию и ушли, и никаких «Форпостов», если я не ошибаюсь, мы на фронте не видим. Uh -huh. Вот вам разница между российской и турецкой экономикой даже там, где вот самый Путина поражают в самую пятку в производстве ВПК. Да, но ну, вернемся все-таки с этих более философских рассуждений к нашей реальности, в которой мы до сих пор еще находимся. И в этой реальности хотелось бы понять, исходя из того, что вы упомянули, как с вашей точки зрения, собственно, поражение не приводит к смене диктатора, и где в целом у диктатора гораздо большая вариативность действий, нежели у того, кто не обременен значит, властью в таком количестве, значит ли это, что в целом проблемы поражения Путина глобально не очень существуют? То есть даже если Владимир Путин проиграет эту войну, даже если ему будет нанесено военное поражение, там, не знаю, вплоть до капитуляции России, ну или подписания какого-нибудь мира на очень невыгодных для России условиях, что это не разрушит власть Путина, что это не приведет к смене режима в России. Вот это как раз вопрос не на миллион, а на миллиард долларов, который я постоянно себе задаю, который я постараюсь задать некоторым нашим гостям. У нас будут интересные, скажем так, американские гости во вторник, мы, наверное, выложим все это в среду или в четверг. Дело в том, что, ну, понятно, что Европа, да и Америка приняла курс на то, чтобы Путин больше никогда никому не причинил вреда. Вот это достаточно очевидно для меня. Но приняли ли они курс на полное свержение Путина, для меня не очевидно. И понятно, что здесь очень многое зависит от случайности. Здесь очень многое зависит от двух факторов. От того, насколько серьезно будет поражение. То есть, скажем, если Путин уберется из Херсона, и после этого Украине продолжат давать оружие в час по чайной ложке, и это будет какое-то долгое-долгое месиво, и потом этот конфликт заморозится, то это будет одна внутренняя ситуация в России. А если Украине дадут много оружия, она, скажем, вынесет российский Крым, или там займет Крым, или хотя бы займет Донецк, то понятно, что это будет другая внутренняя ситуация в России. Она очень сильно увеличит турбулентность. Она, очевидно, увеличит, кроме этого, не просто внутреннюю нестабильность, а кого-то надо будет за это наказать со словами: вот они виноваты. И согласитесь, этот кто-то этот будет либо Путин, либо генералы, либо даже те же самые ФСБшники, хотя вряд ли. То есть тут откроется, поскольку у России правит сейчас силовая верхушка, а силовая верхушка чем занимается? Она всегда занимается интригами она другим не может заниматься это вот 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 ее профессия так же как она занимается там, спецоперациями какими-то безумными вот вот что-то придумывает чего-то накручивает просто потому что а, они борются с врагами народа вот почему они жрут бизнесменов почему они открывают политические дела потому что это их профессия вот другая их профессия это конечно политические интриги особенно в ситуации а, когда а, когда режим а, терпит поражение и вот тут нестабильность может, конечно, достичь такого размаха, что режим провалится в вот эту пропасть между желаемым и действительным, между там, красивыми картинками, как там Путин сказал, выступая на форуме «Армия-2022». У нас есть оружие, которое опережает западные аналоги на поколение, что-то в этом роде он сказал. Но вот я думаю, что вот... Даже люди, которые вполне себе российские патриоты, но представляют себе, что происходит, они это слушали. У, у них не то, что челюсть отпала, у них там буркалы выпятились, и они затряслись от удивления. А, так вот... А, и, соответственно, вот, вот тут турбулентность будет достаточно велика, и тут это важно понять. А вторая вещь, которая может способствовать турбулентности, я, например, не верю в то, что российский народ выйдя на улицы, способен сместить режим. Но если российский народ будет выходить на улицы вне зависимости от чего, хлеба не будет хватать и будет выходить на улицы, то, опять же, да, это будет увеличивать турбулентность, которая позволит каким-то частям верхушки скушать друг друга и вот я не, еще раз повторяю, не верю в революцию, но я верю в верхушный переворот, при том, что понятно, что на самом деле Западу придется, скорее всего, в случае этого переворота, понятно, договариваться там, на первых порах не с Навальным, не с Гарри Каспаровым, не с Михаилом Ходорковским, не с прочими хорошими людьми, а им приходится, придется договариваться, ну, не знаю, там, с Мишустином или с Кириенко или с Собянином или с, даже, возможно, с кем-то из силовиков, которые захватили власть, то есть с людьми, которые там сейчас теоретически кричат наложите на них санкции, чтобы им было неповадно. А вот для меня это гораздо более реалистический вариант, чем все остальное. Но. Ну, с... угу. Но состоится ли этот вариант, это опять же мы, к сожалению, узнаем только постфактум, потому что вот мы говорили о тумане войны, есть также туман, туман диктатуры, туман тоталитаризма. Да, и два этих в данный момент безразрывно связаны, по крайней мере, на данном этапе. И здесь я хочу плавно перейти, раз уж вы кинули пас, как раз к службе, которую вы упомянули, к Федеральной службе безопасности, которая является генератором новостей последние две недели. В основном не из-за того, что они сделали, а чего не сделали или чего показывают. Значит, нам Федеральная служба безопасности показала еще одно видео, значит, на котором якобы есть некоторый соучастник убийства Дарьи Дугиной и в этом смысле ФСБ уже две недели ведет себя так, что просто выкладывает ролики, ну, чуть ли чем, не чаще, чем мы с вами, значит, в которых происходит не до конца понятно что. Ну, то есть, если мы посмотрим на весь массив доказательств, как они их называют, которые они представили, то у нас на данном этапе есть видеозапись, как одна девушка въезжает и выезжает из России, значит, видеозапись домофона, и теперь вот есть видеозапись еще какого-то персонажа, и вообще ФСБ так активничает довольно редко. Ну, то есть, ФСБ, они там пытаются быть либо скрытными, либо сухие пресс-релизы, а тут прям, значит, постоянно видеоролики, еще названиями прописывают каким-то нелепым шрифтом. Что происходит? У вас есть понимание, это что, какой-то нервяк, или, значит, какая-то саморепрезентация, или попытка что-то кому-то показать и доказать? Есть ли у вас понимание, что за игру сейчас, по крайней мере, ведет ФСБ? Потому что мне сложно поверить, что это какой-то отдельно взятый СММщик, значит, принял решение, что вот я, значит, какие-то сливы с камер буду публиковать раз в неделю в интернете. Майкл, вы знаете, я вам должна признаться, у меня нет сейчас понимания, что происходит. Вот я просто хочу взять тайм-аут, потому что когда все это произошло, я была полная уверенность, что это операция убийства Кирова, что это такая штука, за которой последует... Это вот то самое приготовление, о чем я говорила, что когда Путин поймет, что он проигрывает войну, ему нужно будет переходить к системным репрессиям. И для этого нужно будет убийство Кирова. Вот когда это произошло, у меня было полное ощущение, что ровно это и случилось. Вот сейчас мы никогда не видим пока масштабных репрессий, потому что, ну, понятно, да, взяли Ройзмана, но даже отпустили под обещание не писать матерных комментариев под... Постами российских официальных государственных органов. Что тут же было и... замещено огромным количеством добровольцев, так сказать, которые готовы были подхватить это знамя. Да, они подхватили знамя. Евгений Чичваркин, по-моему, блистательно подхватил это знамя, обнаружив, что у него не, не меньше словарный запас, чем у Евгения Вадимовича. Вот так вот, и тот же самый Заякин. Но согласитесь, что это как-то мелковато для масштабных репрессий образца 1934 года. Ну как-то ощущение, а что поэтому... как будто для этого не надо было никого взрывать, да? Ну вот, поэтому я пока воздержусь и давайте посмотрим, что происходить будет дальше. Хорошо, я тогда э, немножко по-другому спрошу. Когда вы, я видел вашу статью про Кирова, у меня там только один был вопрос, который меня смущал в этой версии, который заключается в том, что, в том, что Дарья Дугина вообще не Киров. Ну, то есть, вот, совсем несравнимые по масштабу фигуры. И я уверен, что даже те, кто э, официальные государственные лица, которые э, они показали же, я не знаю, вы видели или нет, на московском кинофестивале, значит, там Ольга Любимова, которая у нас теперь министр культуры, она показала, значит, эту Дарью Дугину, сказала, давайте встанем, почти мы ее минут и молчание. Вот у меня большие сомнения, что Ольга Любимова знала э, полторы недели назад о том, кто такая Доредугина. Но э, я тогда вас спрошу не о ваших выводах, а о ваших вопросах. То есть что э, что заставляет вас смотреть на это ожидать, что будет дальше? То есть какие вопросы у вас появляются в голове, когда вы за всей этой историей наблюдаете сейчас вот уже э, вторую неделю? Ну, у меня вопросы в голове появляются прежде всего, как эта женщина Наталья Вовка смогла, находясь в базе данных сторонников Азова, пересечь спокойно российскую границу. А тем более, что там, кто внес ее заранее, причем в базу данных Азова, потому что она явно не является участником полка Азов, кем бы она ни являлась. А у меня большие вопросы к рассказам Пономарева о вот этой вот национальной республиканской армии, которая, по его словам, оперирует внутри России и состоит из противников режима, но которая, судя по всему, по каким-то причинам, если верить тому же Пономареву, понадобилась помощь дамы из Украины. Потому что как-то вот это странно выглядит. Либо это армия внутри россии либо туда кто-то откуда-то приехал из украины наездами армия а, наездная армия да наездная армия я думаю что я вот обратила внимание что пономарев практически замолчал я сильно подозреваю что он ждет какого то следующего выступления этих людей а я остаюсь крайне скептично относительно того что в россии может завестись такая армия без картов внутри. Но вспомним дело нового величия и сети, там, где там, на, 10, на 10 молодых пламенных анархистов приходилось 11 агентов ФСБ. А, но, с другой стороны, чем а, черт не шутится, я думаю, действительно, что многое происходящее во многих молодых людях рождает ощущение, ну, нет, а, а что еще можно сделать? Так что я обращаю ваше внимание на вот какую-то свежую уже совсем непонятную историю вот с поджогом этого со, с какой-то дамой очень преклонных лет, которая подожгла машину высокопоставленного сотрудника Миноброны, mm -hmm. когда ее она говорила, Азовсила, сила но таким, знаете, спокойным словом, то есть она не кричала, она просто вот такой сцираново впечатление: вот по виду человек типичный ватник, она такая толстая, она так спокойно говорит вот как говорят обычно, значит, Путин вам покажет. И она говорит Азов -сила, этим людям, которые ее берут и чуть, чуть не смеются, а потом ее родственники начинают рассказывать рассказывать, что ее развела служба безопасности Украины, что эта женщина думала, что она помогает российской армии, что ей велело это сказать, что так сказать, ее похитили сотрудники СБУ, загипнотизировали. И ну, тоже какой-то полный бред рассказывают, но я понимаю, что действительно кто-то этой женщине ну, как-то закрутил голову и велел это сказать, и велел поджечь эту машину. И я думаю, что вот еще будет несколько таких случаев, и дальше будет очень интересно. Потому в общем, что если что вы... наш... Потому да. что я думаю, что что-нибудь, с... по... наш с вами добрый друг Христов Грозев, потом по этому поводу опубликует. И в школе они сумели влезть в разговоры двух генералов ГРУ, которые непосредственно после своего замечательного провала в связи с Алсберецким Шпилем. Немедленно выписали обратно в Россию какую-то там даму, которая представлялась урожденной перуанкой. Я всем рекомендую это потрясающее исследование или в самом Бринкете, или в Инсайдере. Вот я думаю, что они сумеют посмотреть, кому, условно говоря, кому звонила Наталья Вовк и с кем связаны те люди, которым она звонила. В общем, если вы пропагандист, причем любого пошиба, или какой-нибудь военный генерал то э, лучше переставайте им быть, потому что это становится небезопасно, даже если вы не на линии фронта. Спасибо большое. Юлия Латынина была сегодня э, в «Честном слове». Спасибо вам большое, Юлия. Э, не дали мы возможности попрощаться, но ничего, это наш почти фирменный стиль. Я уверен, что еще не раз мы увидим ее на нашем канале и в вечерних эфирах, и в эфирах «Честного слова». Ну а сегодня в 19 часов приходите сюда же на канал «Популярная политика», на наш стрим, где мы будем обсуждать с разными экспертами, что происходит сейчас, что происходит с наступлением на Херсон, что происходит с ФСБ, что происходит с Шойгу, который, по некоторым данным британской разведки, отстранен от командования российской армии. В общем, все это будет сегодня. Вести эфир буду я, Майкл Наки и Александр Макашенец. Ну а на этом пока я с вами прощаюсь. Увидимся чуть больше, чем через час. Всего доброго. Пока.